На календаре 12 декабря. 12 декабря 1867 года губернское земское собрание приняло постановление о создании в Самарской губернии 4 обсервационных пунктов для борьбы с эпидемическими болезнями. На эти цели депутатами было выделено 10 тысяч рублей. 12 декабря 1938 года в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, открылась областная выставка работ художников-самоучек. На суд зрителей своей работы представили 35 художников. Экспозиция состояла из картин, рисунков и скульптур. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации, основной закон государства. Теперь это один из самых значимых государственных праздников в нашей стране. 12 декабря были рождены советский актер театра и кино Виталий Соломин, американская актриса Дженнифер Коннелли, российский комедийный актер Сергей Светлаков и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Парамон – зимоуказатель. Утро красное, быть декабрю ясным, подмечали наши предки. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Таким вошло в историю 12 декабря. Прекрасного вам настроения и успехов во всех начинаниях.